Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лёва, и это очередной урок. Сегодня будет урок, как сделать графическое меню для группы ВКонтакте. Вы, наверное, видели, да? В большинстве групп есть красивые меню. Ну, сейчас вот это, например, покажу, нашу группу. Вот такое. Делать их очень легко. Сейчас я покажу, как. Для начала нам понадобится любой графический редактор. У меня это PaintNet. И создаем изображение в ширину 370 пикселей. Почему 370? Да потому что там хоть как не создавать, все равно оно уменьшится до ширины 370. Поэтому лучше сразу создать такое, чтобы потом не возникало искажение изображения и так далее. Высота. Высоту можете любой, я всегда пишу 800. Так, вот такое меню. Нет, ты слишком большой сделал. Для урока сойдет 370 на 600. Да, вот так сойдет. Итак, что нам нужно? Создаем новый слой. Да вообще любой что-нибудь написать. Сейчас я по-быстрому напишу. Там, например, пишите, что хотите. Я буду, как всегда, стандартно, так, фото. Фото, видео. Ну, например, там ссылка на сайт. Вот сайт. Ну и все, этого хватит. Там дальше легко разобраться. Тут можно было даже урок делать с одним вот этим вот кнопочкой меню. Ну, сейчас давайте фон тут покрасивее чуть-чуть сделаем. Не, это вы можете не делать, я просто так страдаю. Хотя нет, сейчас лучше удалю. Какую-нибудь картинку туда вставлю. Вот это сойдет. Вставляем вот так слой, чтобы под буквами было. Блин, она огромная сильно. Все, вот так. Сейчас опять подводку сделаю, чтобы буквы было хорошо видно. Эффект, объект, подводка. Ну, вот такое простенькое меню пока что готово. Сейчас объединю все свои. Вот, все, теперь его... Давайте для начала просто сохраним. Сохраните. Назову его меню. Так, пусть тоже JPEG будет на рабочий стол. Теперь эту картинку нам нужно разрезать по частям. Я сейчас создам для нее папку специальную. Тоже я назову меню. И опять открываем наше изображение, уже меню. И мы его будем сейчас резать по частям. Итак, создаем над ним новый слой. Выбираем линию. Ставим ширину на однерку. И выбираем красный цвет. И теперь зажимаем кнопку Shift. Вот отсюда где-то вот так делаем полосочки вот такие. Ну все, вот. Если у вас будет больше вот таких всяких надписей, можете вот так там делать. Ну вы поняли, наверное. Теперь выделяем вот эту зону на этом слое. Запоминайте слоем, потому что мне вчера два человека писало, почему там... А, то клеточки прозрачные, когда прозрачность есть, вот такие вот появляются, то вот такая белая полосочка. Хотя нет, что-то я туплю. Вот такие эти, это слои все. Итак, вот на втором слое, на котором вот эти красные штучки, выбираем зону вот эту, выделяем, активируем второй, ой, самый такой слой, где картинка, и уже нажимаем правка, копировать, а потом уже файл создать. Нажимаем ОК, ничего не трогаем, и нажимаем вставить, Ctrl и V. Все, сохраняем ее. Сейчас будем по очереди, так, и назову ее однеркой. А, в папку меню буду сохранить, вот, один. Да, сохранить. То же самое проделаем и с остальными кнопочками. Ну, я быстро копирую Ctrl-C. Так, F.
Файл соз... Ой, 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 не туда. Файл создать, окей, Ctrl-V, хранить, JPEG 2. И все, и сейчас мы сохраним последнюю кнопку. Сейчас активирую это, теперь сюда, Ctrl-C, файл создать, окей, Ctrl-V. И сохраняем. Это у нас третий. Так, JPEG. Все, закрываем. Ничего не сохраняем. Итак, меню. Вот у нас тут появилось вот такие три картинки. Сейчас мы их будем загружать в ВКонтакт. Вот, я создал специальную группу какую-то такую пустую. Вот тут создал альбом и видео одно кинул так, чтобы было для примера. Теперь что нужно? Вот обязательно активируйте, сейчас покажу. Управление сообществом, материалы, что были подключены, это и есть само меню. Так, теперь свежие новости. Пока не трогаем. Давайте создадим альбом. Я его обычно называю меню. Так и называю, да. Называем меню. Также лучше альбомы создавать у себя, в своих фотографиях. И так сделать так, чтобы их никто не смог видеть. Я так и делаю. Но сейчас это не нужно. Теперь выбираем рабочий стол, загружаем эти картинки с меню. Вот они. Все, отлично, мы их сделали. Теперь, чтобы само меню было, нам потребуется код. Код меню. Это вики-код, кажется, я не помню. Так, нажимаем свежие новости и редактировать, и вставляем туда код специальный. Этот код я помещу в описании под видео, так что потом не спрашивайте у меня как заготовкой, потому что там была ссылка на нее, и все спрашивали, дай мне ссылку на заготовку. А, и вот, свежие новости, давайте назовем меню. Итак, у нас же три картинки, да, вот эти три пункта меню. Раз, два, три. Поэтому этот код вставляем три раза. Раз, два, и три. Также их можно делать сколько хотите, потому что там картинки можно. Итак, теперь ничего не трогаем, открываем опять эту группу. Блин, мне ее сейчас искать. Сейчас вся... Вот они. Итак, теперь нам нужны. У нас первое это фото. А, давайте откроем альбомы. Альбомы, вот оно. Ой, стойте, блин, не с того не начал. Давайте сначала откроем вот так. Нужно же нам картинки сделать. Вот, фото. Открываем самое первое, да, вот это наше меню. И копируем с адресной строки только вот так. Вот это вот, начиная с фото. vk.com не нужно. Вот, все копируем. И вот сюда вот так выделяем аккуратно. Надо, чтобы можете задеть что-нибудь, и все, и меню крашнется. И вставляем вот сюда. Теперь вторую картинку, видео. Тоже вот так же выделяем, копируем с помощью Ctrl-C и сюда так выделяем. И с помощью Ctrl-V вставляем. И третью картинку давайте. Ой. Ctrl-C. Ctrl-V. А, теперь нам нужно ссылки покидать вот сюда, где Page написано. Если вы тут ничего не сделаете, вот, просто меню не будет. Нужно обязательно ссылки или что-нибудь свое написать, потому что от Page вот это вот, там ничего не будет. Итак, у нас первое это фото. Открываем альбомы, именно альбомы. Хотя можете любой альбом открыть. И копируем теперь уже ссылку полностью вместе с fk.com. И вставляем ее вот сюда, где Page. И до конца так вставить все. Так, вторая у нас колоночка это видео. Открываем видео. Копируем полностью адресную строку и вставляем вот сюда. А последнее это сайт. Сайт можете любой абсолютно открыть. Да я, например, для примера. А ну сайтом Куасилиума. У меня уже нет ничего такого тут. Все, и вставляем его вот сюда. Все, сохраняем страницу. Вот наша группа. Давайте ее обновим. И вот все, меню готово. Это вообще легко делать. Раньше я, конечно, не понимал, это как так, это вообще как делать. Но сейчас это совсем легким, мне кажется. Надеюсь, я вам все понятно разъяснил и помог. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Удачи и...
I can look on the fields all glowing. I can look from the mountains. I can see your fires.